Так, ребята, это действительно вот тот самый галеон. Это мы прошли вот, да, уточки тут. Это мы вот то все расстояние прошли. Сейчас сфокусирую, да. Просто издалека он казался маленький. Это просто идти очень далеко. Вот дончане, они сразу понимают, что это. Да, да, это кафе Бригантина на Кальмисе, только в увеличенном масштабе. Ну, разве у вас не возникает такое же ощущение? Посмотрите. Это же Бригантина. Так, кто-то меня хочет. Сейчас, секунду. Вот, опять едет этот микроавтобус с этой чудесной надписью. Я не знаю, специально ли они это сделали, но он здесь очень к месту. Сейчас он будет подъезжать ближе. А, нет, он поехал в другую сторону с надписью «Территория обмана». Да, это передача на 1+1. Ребят, ну ведь Бригантина, ну со стороны, ну... Ну, не знаю, у меня других ассоциаций она не вызывает, поскольку Пётр жил длительное время в Донецке, как раз в те бурные времена, когда считалось самым, ну, одним из крутых, так сказать, баров для бандитов, то я думаю, в общем-то, по образу и подобию Бригантины это и было сделано. Только с размахом, по-богатому. Вот, там тоже есть будочка охраны. Сейчас будем подходить ближе, и там, по-моему, даже не зашторены окна. Да, тут лесенка. Как-то они... А чё ж перилка-то не поставили? А вдруг упадет? Вот, типа пирса тут. Из дюральки сделаны. Не хухры-мухры вам. Я говорю о том, что эти вещи сделаны, то есть так, на совесть, не абы из чего-то. Это для того, чтобы швартовать судно, хотя, обратим внимание, вещи для швартования, посмотрите, обратите внимание на глубину. То есть явно здесь ничего швартоваться больше рыбацкой лодки не могло. А для этого абсолютно не нужны эти вещи. Ну, то есть, как бы, да, да, для понту дела, абсолютно верно. В общем, да, и с этой стороны вот они тоже, то есть тут глубина, она просто не позволяет. Ну, поскольку копейки набросаны на снег, я так думаю, что это явно не обслуга кидала, а народ из уже недавно посетивших это все. Извините, я, наверное, сейчас позвоню. Я сейчас чуть-чуть прервусь, а потом продолжим.